То есть, что у вас мало, например, сил. Да? Или там, ну, я просто ленивый человек. Ну, это же так, как бы, приятная мысль. Она объясняет все. Почему кто-то успешный, а я не успешный, да? Почему я ничего не буду делать, несмотря на то, что они смотрят на меня косыми глазами? Все прекрасно объясняет. Но когда я вам даю там упражнение, вы выясняете, что у вас не то, что вы не ленивый, а вам вообще непонятно, куда эту энергию девать. Но это удовольствие, это сознание, что у вас есть эта сила –